Еще один многоквартирный дом в поселке Знау распахнул свои двери для новоселов. Дом построен в рамках инвестиционной программы. Строительство началось в августе прошлого года. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, жилой корпус сдадут в эксплуатацию в обозначенный срок. Монолитный дом построен из высокопрочного пеноблока. Корпус трехэтажный, двухподъездный. Квартиры двух- и трехкомнатные. Низ кухня. Мене инко достав тесты, хиша рбоха стоя вещи, я рбош не машар, нише алши дарнчи ушетта. Трехком напить, не дегайсон узел та. Он дарко и не тратит, куди йофта фала, джиз лишний ю комнат, ма ивсон узел. Строительством занималась подрядная организация «Престиж». Будущим жильцам остается только обставить комнаты мебелью. Квартиры отремонтированы по современным стандартам. Например, площадь двухкомнатной составляет 67 квадратных метров. Строительные материалы, как утверждает подрядчик, хорошего качества. Более того, в каждой квартире есть датчики пожарной безопасности и индивидуальные домофоны. По словам исполнительного директора подрядной организации, они не экономили на строительных материалах. Например, двери, установленные в квартирах, качественные, из массива дуба. Ламинат прочный, обои на стенах плотные. Большой мандарный сертификат качества строительных материалов моха истинный надзор, он очень проверка кенеч. Жилищная комиссия уже приступила к распределению жилплощади. Обладателями квартир станут 12 семей, проживающих в аварийном доме на улице Ленина. Остальные 6 квартир получат очередники. Куда им отходить? Сразу строить там кусин комиссия дар. Истин знаура аварийный хожакаше пода из шамая ордан спереси лоткенам. Зои можешь ол дар квартира улун дар комиссия. На мен кавга кудве охамена фарохаш истин я баяржесте. Тахстер, ма кавга кемен уохамод одемен. А это тот самый аварийный дом на улице Ленина. Он был признан аварийным еще в 80-х годах прошлого столетия. Когда он офтам решил, если же логовар ма, и с нам официалун экспертай дар заключение, что ноль без шарна. Ну, мы гаске, охамен оферохостан, шамай сенаг корпус ма, оканам шарджата. Аварийный вид, если же союз растаджа, дар просто вифастаджа. Хажа растнешча, дима, и офтам базда, дима, базда. До сих пор здесь проживает 12 семей. Дом полностью пришел в непригодное состояние. Оша хажа расшарилась уже 45 лет. Я ми так, в общем, нища таджинай, исто вовар таджинай, тентришина таун. Тоже дала едай шхойне основая ухсуанг второй кришамау фаста таюлдар. Теперь все жильцы аварийного дома в ближайшее время переселятся в новый современный дом со всеми удобствами. Квартиры планируют распределить до конца года. Стелла Бязарова, Азамат Кудзев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.